Всем доброго времени суток, у нас очередная посылочка с сайта AliExpress. Всех, кто не подписался, подписываемся, ставим лайки, дизлайки не ставим. Вот, жмякаем колокольчик, чтобы не пропустить будущие мои видео. Итак, сейчас у нас пришло с AliExpress две посылочки. Откроем такую маленькую. Вот, ссылочки под видео будут на эти все товары. Наши распаковки, что-то здесь такое мягенькое, мы сейчас аккуратненько вскроем. Не смотрел, абы, как говорится, и для вас, и для меня оставить интригу, что здесь и какая стоимость, я сказать не могу. Так, и здесь у нас, что-то какая-то субстанция, походу лизун. Так, и это учесть открыть эту посылочку, ну а испытать эту жидкость в коробочке будет предоставлено эксперту. Так, эксперт вскрывает посылочку. Так, посылочка очень хорошо. Ого, даже я не могу ее открыть. Так, ладненько, придется нам, наверное, разрезать. О, нет, открылась она все-таки. Так, и что эксперт скажет? Прикольный. Так, да, это у нас из серии лизун. Такой вот синенький. Тянется. О, лизун здоровый. Так, теперь не эксперт помацает. Фу, липкий такой. Честно говоря, я такие дела, конечно, не люблю. Запаха нету. Без запаха эта субстанция. Очень легенькая такая вот, легенькая. Должна подпрыгивать на полу. Такая вот легенькая субстанция. Стоимость там что-то очень недорогая. Там, по-моему, до бакса. До бакса она стоит. Ну, там будет потом. Так, ну, такая блестит на цвету. Ну, помять. Ну, я говорю, я такие дела не люблю. Потому для себя не заказывал. Так, ладненько, пока. Так, уже тут у эксперта чешутся руки, он меня его забирает. Так, смотрим нашу посылочку. Что у нас здесь пришло, тоже аккуратненько открываем. Так, что у нас там такое? У нас там, походу у нас тут кабель. Так, это. Там больше ничего нету. Так, что у нас за бумажечка? Thank you. Даже и спасибо, что-то не так. Значит, вопрос. Так, мы работаем, чтобы получить 5 звезд. Нужна немедленная помощь. Можно писать к нам инфо через заказ, сохранять наши упаковки и этикетки. Так, здесь у нас магнитный кабель, походу, должен быть. Так, он у нас тут, ага, снизу открывается. Так, заказывали, попросили меня заказать, я еще таких не заказывал. Такие кабеля, в принципе, на AliExpress такие еще дороговатые, еще цена пока не прилетала, я подожду, может попозже пойдет цена, и закажу и себе этот. Так, фирма у нас Plovme. Так, думаю, что данный кабель будет, правда, кабель в фирменной упаковке, но заматываем это. Так, что он тут у нас? Так, у нас вот тут такая вот штукенция. Переходничек, тут магнитный, видите, о, так хорошо приклеивает. Так, ну что ж по кабелю сказать. Ну, кабель такой вот, я думаю, будет чуть-чуть получше, конечно. Такой вот кабель. Так, здесь у нас бренд Plovme. Стоимость его $3, по-моему. На украинский до 100 гривен. Так, видите, он магнитится. Так, сейчас мы, в принципе, покажем принцип работы данного кабеля. Так, у нас вот тут вот такой вот разъем. То есть вставляем этот сюда такой вот разъем. Вот так вот. Так, так, все. Так, ну, если нам надо телефон зарядить,
Мы, конечно, не паримся, как там нам попасть, просто так вот приложили, не моя разница какой стороной, вот так вот приложили, и оно у нас держится. Даже жиру не надо целиться. Если вдруг пробегает ребенок, цепляет, телефон не летит, а отцепляется сам провод. Видите, так я беру, и оно покупается. Очень хорошая штукенция. Ну, уже гуляется нашим антистрессом, как говорится. Сейчас мы проверим. Возьмем нашу переносочку. Все летит. Так, возьмем нашу переносочку. Возьмем наш адаптер. Вставляем сюда. То есть не адаптер, а питание. Вставляем сюда. Вставляем сюда. Так. Сейчас мы подключаем сюда. Вот что. Сразу пошла у нас зарядочка. Все. Бежит ребенок, цепляет. Вот так нечаянно рукой. Ну, хоп, оторвалась. То есть у нас, здесь у нас горит такой зелененький индикатор. Это, в принципе, не сильно видно. Видно, что он горит. Так, понимаем, не горит. То есть прекрасный у нас этот кабелечек. Вот. Очень мне нравится. Это, мне кажется, что магнитится так слабенько. Я же говорю, если так, вот, чтобы не разбивать разъемы, чтобы, то есть, уже можно его не вынимать, постоянно будет здесь у тебя. Ну, придется, конечно, постоянно тягать кабель с собой. Вот. Такой вот у нас кабелечек. Сейчас возьмем, проверим вот этим вот адаптером, что он покажет. Ставим здесь. Тестером таким нашим. Так. Это переставим сюда, чтобы экранчиком наверх. Так. Так, показывает, что у нас по параметрам. Ну, показывает, как обычно. 9.1, у меня телефон наполовину заряжен, так что бред не сильно. Так, дает 5.1, ну, это такие показатели. Надо все, как говорится, испытывать по-другому. Так, ну, все параметры вы видели. Кабелечек очень годный. Пришел очень быстро, буквально за недельки-две. Вот, три где-то так. Ну, хорошая штукенция. И пойдет. Так, вот только одна проблема, конечно, его оттуда вынимать. То есть, продавцы могли, конечно, вложить и вилочку сюда, я видел, что у некоторых есть, а здесь нет. Так, ну что ж, на этом будем заканчивать видосик. Все вы по ссылочке видели. Ссылочки на все товары из видео будут под описанием. Переходим, заказываем все. То есть, проверенные продавцы, товар качественный. Всем пока, до новых встреч. Не забываем подписаться, поставить лайчик, написать какой-то комментарий. Все, всем спасибо, и китайцам тоже. Всем пока.